Это номер один по количеству подписчиков ТикТока России. Я двукратный чемпион мира по паркуру. Такие штучки. Фига ты гасишь. Не могу. Я, оказывается, не такой мощный, как казалось. Давай, 150 тысяч лайков, и я залетаю к ним в нормальный зал. Ну что, господа, просили, ждали, нарвались. Плюс 37. Полдень. Нас спасает только кроны этих замечательных деревьев, этого леса. Ах, дай обниму тебя. Дуб. Дуб. Просто прекрасный дуб. Здесь, в этом парке, в этой качалочке все прекрасно. Мы сейчас находимся в легендарном зале Тимирязевского парка. Сегодня, наверное, самое необыкновенное шоу на раз. Мы просто, я его ставлю на один ряд с Трухиной, которая еще не вышла шоу на раз, но мы его обязательно снимем. В топе, это в том же топе, где и вот остальные топы. Это топ-топов, это просто вершина пирамиды. Почему? Объясняю. Для кого-то режущий ухо, для кого-то уже неотъемлемая часть жизни соцсеть ТикТок. Когда вы говорите слово ТикТок, какие у вас ассоциации возникают? Кто топы ТикТок? Наверное, скандально известный Даня Милохин, да? Да. Кто еще там есть в топе? У меня почему-то Валя Карнавал с ее прекрасными формами. Кто еще? Ну там? И ты скоро будешь в топе, у тебя лям уже почти. Да, по лям накидайте мне в ТикТок еще, пожалуйста. Я там всякий бред выкладываю. В общем, вы просто вот представьте всех самых топов ТикТока, вот самых топов, просто возьмите самые топы ТикТока, вот которые вот везде, вот медийные. Они даже и в половину не будут настолько большие по подписчикам, как вот тот молодой человек, который разминается за дубом. Это номер один по количеству подписчиков ТикТока России. Сколько думаешь? Наверное, 30 миллионов. 30,8 уже. Больше, чем 30 миллионов, да, все правильно. 30,8 миллионов подписчиков. Это сколько же, мать его, етить? Это пятая часть нашей страны по подписчикам. Вы себе можете только представить? Пятая часть страны по подписчикам. За счет чего такой результат? Мы сегодня разберемся. И насколько он могуч по силовым. О, привет. Сказали, что привет. У тебя 30 лямов в ТикТоке. Да. Фига, это примерно, ты модный. Примерно как погода сегодня, температура. Но на самом деле у меня есть сомнения по этому поводу, потому что градусник там аж за 50 показывает. И это странно чуть. А чем знаменит ты? Я? А я всякие вот... Вот всякие такие штучки делаю. То есть без разминки, так сходу, просто. Я тут вообще-то разминался, пока ты не вел за деревом. Я двукратный чемпион мира по паркуру. Это мало кто знает. Я реально, я посмотрел, пролистал, промониторил. Ну это просто нахрен, это вообще. Слушай, а паркур он не умер еще. Я просто видел у Амирана, у него снимался 4 года назад, вот как раз таки тот, чем занимаешься ты сейчас. Олег, крикет, да. Твой кореш? Да ладно. Да. Слушай, на самом деле он в тот момент уже сам заканчивал свою карьеру паркура. Он уходил в фотографию или что-то такое. Да, и да, просто да. Так делал какие-то трюки. Не совсем с паркуром связанные, то есть он просто как экстремальные трюки делает. Через тачки. Да, это экстремальные трюки, это не паркур как таковой. Вот, а я в тот момент как раз-таки в профессиональной карьере был, профессионально занимался, там ездил по соревнованиям, по миру, семинары проводил. Как проходят вот. Соревнования по паркуру? Какие задания? На самом деле у нас два вида, есть спидран и есть фристайл. То есть спидран это ставит площадку такую длинную, не знаю, метров там 25, 50, 100, всегда по-разному. Я был вообще в горах даже, на китайских соревнованиях, там, не знаю, ну километр вниз по лестнице, вот так вот была площадка построена, и нужно на время максимально быстро ее пройти. И фристайл есть, это тебе дается минута, но ты можешь 10 секунд выступать, 15, 20, сам как хочешь, но чем дольше, тем лучше. И ты должен сделать максимальное количество трюков, то есть, и все это связано без остановок. Ну, манки. Манки дэш, да, у нифига себе подкован. Оператор-то у тебя знаток. Что такое манки дэш? А мы занимались паркуром в лесу. Ты не знаешь, что ли? Манки дэш. Это паркур. Это персонаж мультика какого-то. Да, и отвечая на твой вопрос, вначале умер ли паркур или нет. Нет, он не умер, и его сейчас хотят добавить в Олимпиаду даже. А, нифига. Да, так что, может быть, в 24-м каком году он будет на Олимпиаде. А ты понимаешь, что происходит сегодня будет? На самом деле, я, конечно, посмотрел пару выпусков, понял, что я просто... Вот так вот меня потащат за ноги из леса из этого. Я такой сейчас спрашиваю, два такой ко мне подходит, говорит, блин, он не знает техники жима. Я к нему подхожу, Кирюхе, говорю, тезка, кстати, мой. Я говорю, ты не знаешь техники жима? Я такой, ты не знаешь техники сальтухи? Вот именно с такой интонацией. С кем я общаюсь вообще? Понимаешь? Куда меня привели? Вообще на изи, смотри. Вот так вот, оп, и переворачиваешь, встаешь на ноги. Да. Вот покажи-ка.
Вот именно так я обычно и делаю по утрам, натощак. Вот почему ты такой здоровый. Чтобы желудочные соки переворачивались, понимаешь, и пищеварение шло нормально. Не, почему я так удивился? Потому что у тебя большие руки и достаточно развитые грудные. Я думал, что ты сжимал на ты. Я вообще не качмен, но в плане не хочу ни в качалку, ничего такого. Чисто вот только турничок, там, не знаю, горизонт подержать. Как накачался, сам или на горизонте? На горизонте, посмотрите. На самом деле у нас уже в паркуре много всяких, мы на стены закарабкиваемся, всякие выходы вот эти вот делаем по стенке и так далее. Из-за этого, в принципе, такой спортивный, наверное. И то мне по сравнению с тобой кажется, что я просто скелетон. Никогда не пробовал жать на раз. Чисто максимум никогда не жал. Вот, ну типа по угару с пацанами там что-то жал, килограмм 50, не знаю. Что-то такое. Килограмм 50? Да. Ну типа не скажу, что я прям там тужился. Сколько сильно. Ты еще лет, Кирюх? 24 исполнилось позавчера. А рост, даже, вес? Я 86 сейчас вешу, и рост 181-182 где-то так. Вот, но мой рабочий вес, я же 2 года не соревнуюсь, не занимаюсь профессионально. Я весил 96, когда я прям везде ездил, прям такой кабан был большой. 96 килограмм? Да. Такие вообще бывают в паркуре? Ты сам тяжелый был в паркуре? Я один из тяжелых был самых, да. Но мне прям комфортно было, у меня такая взрывные мышцы были. Вот, сейчас у меня десятка ушла, но это мышцы все, на самом деле, сползли с меня. Я перестал тренироваться профессионально, я получил вот травму коленки, 2 года восстанавливался. Помню, в гимнастический зал пришел и учил какой-то трюк с турника, и там был какой-то тренер тоже по гимнастике. Я у него просто спросил совет, а-ля, мало ли он знает, но он должен был явно знать, как это делать. Он такой, слушай, ну, типа, это вообще не твое, ты же высокий, там только низкие нужны. Я такой... Спасибо. Я просто спросил, как сделать. Хорошая мотивация. Да. Таких, да. Тоже обожаю таких дядечек. Ну там такой, да, взрослый дядечка, такой пенсионер, какой-то тренер был. Он такой, это не твое, забей. И все, я выиграл чемпионат мира через год. Сколько чемпионов, хотя не, наверное, если хотел сказать, сколько чемпионов, а таких дядечек разбились, талантливых людей. Но если ты действительно талантлив и целеустремленный, тебя такой дядечка только наоборот пнет. Слушай, это вообще нереальный зал, посмотри. Здесь под плечом растет крапива. Понимаешь? Это сорвал кустик, хрясь по спине и жать на. Почему, блядь, об этом никто нигде не рассказывает? Где СМИ, блядь? У нас гении в стране живут, блядь. Там ребятишки олимпиады по математике выигрывают. Просто физики всякие, ядерщики, блядь. Вот братан, человек спортом занимается. Понимаешь, есть футбол. Вот я про что и говорю. А ты новость знаешь какую? Я сегодня охренел. Им 11 миллионов евро выплатят за участие. Да ладно. 11 миллионов евро, блядь, за участие, за то, что проиграли. Я не против футболистов и российского футбола. По заслугам. Ну да. Обосрались. Не получите ничего, блядь. Будет вам мотивация бегать по полю, а не набухиваться и ходить людей стульями бить в кофемании. Ты бил кого-нибудь в кофемании в стуле пьяно? Нет. И я не бил, блядь. Жены сбивал? Нет, я не зажрался. Понимаешь? На самом деле это обидно, что такие финансы, такие спонсоры есть в одном виде спорта, и практически все другие спорты такие, ну, на 10 тысяч за соревнования. Если вы смотрите это видео, это значит, что у меня есть лайв-канал. Я могу позволить себе предстать там в любом виде. Вот, там интересно. Там... True. И 60 килограмм залетают на трешечку. Почему я тебя привел именно в этот зал? То есть, может быть, в обыкновенном зале тебе было бы гораздо проще. Ага. Но это, блядь, магическое место. Кстати, тоже вроде более-менее. Типа, чувствую, что чуть-чуть шатает, но не потому, что, мне кажется, она тяжелая, и мне тяжело, а просто как-то, я не знаю. Шатает непривычка. Потому что непривычка, раз, да, и нет стабилизации у тебя в другом. И, конечно, оборудование профессиональное. Смотри, с учетом того, что здесь такой гриф, что здесь неудобно так, сколько мы примерно можем прибавить ему? Минимум десятка. Минимум десятка. Разница, ага. Минимум десятка. Охренеть. Это же, я прям чисто руками буду выжимать вес больше своего тела. Это круто, сотка. Сотка, это знаешь, это в принципе как потеря девственности. Можешь сейчас на дуб залезть такой, я мужик. В принципе, здесь меньше, чем через 100 килограмм жима здесь не пускают. На самом деле, вот с кем не общаюсь, ну там тоже у меня есть друзья всякие качмены, и они тоже постоянно такие, что ты сотку жмешь хоть, что ты сотку можешь, и всегда вопрос от сотки стоит. Понимаешь? Да, это золотой стандарт. Слушай, ну сейчас на самом деле вот на соточке уже начал ощущать, что типа я, оказывается, не такой мощный, как казалось. Ну, сотку пожал, прикинь. Это первая твоя сотка получается? Ну, получается так. На самом деле, конкретно паркурщиков очень много по миру. Прям это, понятно, это, да. Это гигантская комьюнити. Просто в паркуре есть тоже своя философия. То есть, в принципе, многие паркурщики, 70% паркурщиков по миру, они против вообще соревнований многие. То есть есть такая философия, что это типа, это не спорт, это там стиль жизни.
жизни, там духовность какая-то. То есть есть некоторые с загонами чуваки, и они прям против всей этой популярности, и они прям живут в своем узком мире, чисто тренируются там во дворе на лавочке, и все, им больше ничего не нужно для счастья. На штанге 110 килограмм. 110? 110, бро, ты можешь. Это уже на 50 килограмм больше моего рекорда. Я кулинар, у меня есть изюмин, готовлю так вкусно, забочусь о публи, я делаю... Не могу! Когда сотку выжимал, было ощущение, что, в принципе, еще пару кг я точно смогу в запасе иметь. Но сейчас, когда 110 жал, я как-то так... Ну, наверное, просто, опять же, от отсутствия опыта, я просто как бух, резко сюда опустил, чтобы побыстрее выжить. И в итоге мне просто я слишком низко ее опустил, и то есть уже такой в тупик вошел. И вопрос еще есть, который интересует многих. Да. Есть ли деньги в ТикТоке за рекламу? Многие жалуются, что нет. Слушай, на самом деле сейчас просто очень сильно растет рынок в плане блогеров-миллионников. Реклама, безусловно, есть, ее дофига вообще, но... Не хватает, да? Да. Вот, но чтобы она была, нужно как-то вот уровень набирать. В плане, что сейчас топовые блогеры, допустим, даже если не я, но будем ориентироваться вот на ребят, которые очень сильно медийные, уже давно в этом направлении, допустим, там Покров, Милохин, Бабич и другие вот ребята. У них сколько сейчас? 12 миллионов, наверное, по 10. И, соответственно, реклама примерно вот смотрит аккаунт, у которых плюс-минус вот столько же количества подписчиков. То есть, если у вас меньше 10, из этого рекламы действительно сейчас не будет. Хотя вот еще даже полгода назад рекламодатели искали те, у кого 5 миллионов. Год назад искали те, у кого хотя бы миллион там есть. То есть растут блогеры топовые, растет и рынок. И рекламодатели тоже ищут максимально близко к ним. 105 килограмм на штанге, господа. Я еще раз хочу обратить ваше внимание. Человек без опыта. Мы человека без опыта, это знаешь, как в 41-м году просто под бой бросаем народное ополчение. На этой штанге широкий хват, во-первых, раз это неудобно, потому что ему выключают предплечье, поэтому стабилизации нет. Ставь ли приконца и пишите в комментариях, если бы хотели посмотреть, сколько он на самом деле жмет на нормальной штанге, на нормальной скамье. Короче, ребят, ну вы все сами видели, тут и 110 есть, ну очень легко пожалован. Сейчас просто 105 реально легко было. Ну потому что вопрос стабилизации, ну просто простой вопрос стабилизации. На самом деле, мне еще чуть-чуть на кисть дает, может месяц назад чуть меньше упал, у меня кисть вот сюда перегнулась, типа вот сюда на асфальт. Вот туда она ушла сильно, и вот я ходил в фиксаторе недели две, его сейчас, типа я вот вот так жму, ее сюда перегибает, мне чуть больновато. Ну, вы подумайте, что это отмаза, наверное, так оно и есть, но тем не менее, побаливает. Вопрос о падении, кстати, какой самый такой ебаный случай был? Слушай, на самом деле достаточно много. Я скулу ломал на соревнованиях во Франции, помню. 3 метра турник, наверное, вот такой же высоты был. Делал переднее сальто там и перекрутил. То есть я вот так бац, в бетонный в пол, вот так головой ударился в сидуре. У меня скула туда вмялась, вот, мне сказали, почти глаз лишился. У меня пластина здесь. Вот. Терминатор. Да. Мизинец ломал, ключицу ломал. А, и вот самое жесткое, из-за чего, в принципе, ушел с профессионального спорта, это я коленку вшатал. Мне ее вот оперировали, даже след есть. У меня порвалась передняя крестообразная связка, два мениска ушло. Еще там какой-то осколочный перелом сбоку был. И гиалиновый хрящ у меня слетел с косточки, вот с этой верхней, как она, берцовая называется вроде. Вот, с нее ушел, и типа мне говорили, что дай бог, если я не буду хромать вообще по жизни. И что, возможно, мне нужно даже будет менять сустав на железный. Но чуть-чуть фу, я там на всяких миллиардах уколах, терапиях, физио. Вот, 2 года почти восстанавливался, и вроде сейчас вот не хромаю, прыгаю. Профессиональный спорт, вот поэтому говорят, что да. Спорт это здоровье, да ни хрена подобно. Профессиональный спорт ни хрена, только убивает. Спорт это вот ОФП, чисто вот побегать в лесу, потягиваться, это нормальная тема. А профессиональный спорт только вообще убивает. Поэтому вот эти вот чудаки, которые пишут там... Возвращайся, что ты там, 350-360 пожми. Я вот честно, я в себе уверен, я смогу. Но стоит ли мне вот эти похлопывания по плечу комментаторов моего здоровья? Вот видяшки лучше снимать будем. Мы будем снимать видяшки. Вот я прям полностью солидарен, вот всю его речь перевожу на мою аудиторию, кто это смотрит. Все пишут, возвращайся, профессиональный спорт, надоел ТикТок. Да блин, ребят, я бы с радостью вернулся, но действительно неохота. Просто ради буквально спасибо, ради того, чтобы потешить свое эго, тратить на это здоровье свое. Теперь, наверное, там, где ты как рыба в воде, там, где ты как птица в небе, там, где ты как танк по грязи, это подтягивание. А сколько раз ты подтягиваешься максимум? Слушай, на самом деле, чисто вот мой личный рекорд, пацанами мы играли, у меня было 32 подтягивания, это вот прям максимум у меня было. Но, опять же, это было 2 года назад. Второй раунд, шоу на раз, подтягивания. Смотрите, правильная магнезия. Раз, два. Yeah.
26 раз. Блин, неплохо, на самом деле, хороший результат. Мы сейчас переходим на бицепс. А бицепс ты делал, нет? Да я же нет. Хера у него банка. Я же нет. Подкачивается по-любому. 100% качается, такой, знаешь, там это такой дом. А, мы в основном всякие эти, говорю, у нас отжимания, горизонтики. Отжимания. Там. Вот. Ну, подтягивание, до Бруся тоже, все. Ты не знаешь за меня, делаю дела, но не на камеру, как блогеры. Тебе на меня не танцуют, как тиктокеры. Меня на самом деле даже кисть не выдерживает, типа, больно. И вот. На весах сколько? 60 килограмм. Вот смотрите, опять же, как работает психология. Человек никогда это не поднимал, он не знает, ему страшно перед весом. Его впечатляют эти цифры. Даже если у него есть на это силы, он не верит в себя. Вот с этим дерьмом надо в первую очередь бороться. Что-то так широко вообще неудобно максимально. Кто из линии, я врубись, никто другой. Я незаменим, врубись, никто другой. Я сам все силы потратил, пока пытался это, типа... Ну, вы же понимаете, что на гнутом грифе Кирюха смог бы 65 и 70 килограмм. Ну, мы будем сейчас всех снимать летом, да? Да, мы летом большинство вообще будет здесь. Это который Z-образный, да, кардиограмма гриф. Все, блин, прикольно, да почему вы так не назвали? Я тебе серьезно говорю, без шуток, мне нет смысла там тебе там принижать или превышать твое достоинство. 110 ты пожмешь 500%. Я думаю, что твой максимум на жиме там 115-120. В бицепсе твой максимум между 60 и 70, может быть, те же самые 70. Ну, подтягивание, ну здесь подтягивание от подтягивания. Да. Чисто гипотетически мы можем, наверное, и обратиться к какому-то бренду. И почему мы не можем себе позволить подарить этому прекрасному залу свой собственный гриф, правильно? А говорят, что воруют здесь. А мы его грифы хорошо приварим, привяжем, сделаем так, чтобы он был не транспортабельный. Мы запишем тебя в рейтинг. Ты, безусловно, ты крут, ты топ. Делай дальше, что ты делаешь, старик. Спасибо. И желаем тебе 50 миллионов в ТикТоке, не меньше в Инстаграме, побольше спонсоров, поменьше травм. С вами был Кирилл Колесников и Кирилл Сарычев. Кей-кей. Кей-кей, да. Кей-кей, бля. Или кака. Давай, 150 тысяч лайков, и я залетаю к ним в нормальный зал, ну, не в уличный, а прямо в такой тренажерку, и делаю там на максимум. И если будет 150 тысяч лайков, параллельно Кирюха Сарычев залетит ко мне в зал, и где он попробует свои сальтушки, да? Надо, сделайте 300 тысяч лайков. 300 тысяч лайков, и он идет делать сальтухи. Я его лично буду учить, и вы прямо офигеете от того, сколько он научится. 50 тысяч лайков. И подписоту на канал его. Ставьте лайки, но, господа, я не буду это делать. Я себе спину раз чуть не сломал. Все, ну выключай уже камеру, пойдем качаться. Господа, недавно обзавелся такой прибудой, который меряет силу хвата. Так как Кирюха у нас взрывной парень, и паркур, все, что связано, это все равно там что-то есть по хвату. Смотри, задача. Да. Вот так вот взять и сжать его. Угу. Здесь ты получишь цифры. Допустим, я сейчас сжал на 63 килограмма. Там. Сжимаю чуть посильнее, там 86 килограмм. Еще посильнее сжимаю, там 107 килограмм. Вот твоя задача взять, сжать его на максимум. Вот так вот, то есть. Ша! После всех твоих заданий я просто типа не могу руки соединить за пальцы. Итак. Итак. Сколько? 67 килограмм. 67,5 килограмм. Ну, хорошо. Это очень хорошо. А мне кажется, не очень, не? Нет, нормальный результат, на самом деле.